Всем привет, добро пожаловать на мою кухню. И сегодня я хочу приготовить тайское карри с курицей. Очень быстрое и вкусное блюдо. Для этого мне потребуется сама курица, у меня куриное филе, морковка, болгарский перец, такие соцветия брокколи, масло для жарки растительное, лук, чеснок. У меня лук-шалот, но если нет, вы можете обычный взять репчатый лук или какой у вас имеется. Такая вот паста красного карри, кокосовое молоко, рыбный соус, лайм, базилик для украшения, жасминовый рис, соль, перец и сахар по вкусу. Приступаем. Хочу добавить, что обязательно нужна вот эта красная паста карри, то есть именно она дает вот этот вкус этому блюду. А овощи, вот у меня свежие овощи, вы можете брать, например, замороженную смесь каких-то овощей. То есть то, что есть у вас в холодильнике, достали, курица, быстро лук, чеснок, вот эти вот все приправы, если имеются. То есть с замороженными овощами тоже очень, и без разницы, какие овощи будут заморозки. То есть то, что вы любите, то, что у вас имеется в наличии, это очень быстро готовится, особенно если заморожены, то это ничто не нужно нарезать, подготавливать. Даже этот процесс пойдет быстрее. То есть с любыми замороженными овощами тоже вполне все получится. Учитывайте то, что красный карри – это очень острая такая приправа. Несмотря, что в блюдо будет добавляться кокосовое молоко. В общем, как по рецепту нужно 4 ложки. Если вы не любите сильно острое, то положите для начала 1-2 и посмотрите, как будет вам на вкус. А потом уже, если вам блюдо понравится, вы можете уже добавлять по своему усмотрению. И сейчас мне нужно овощи и курицу нарезать полосками. Овощи и мясо подготовили. Значит, морковка, перец, соломкой, лук, чеснок мелко. Ну, так вот, как бы не сильно мелко, конечно. Мясо порезано тоже такими полосочками. И разобрать на соцветия такие вот брокколи. Ну, я еще потом ее, когда буду добавлять, еще поломаю, потому что она еще не совсем так мелко, как мне надо. Подготовили овощи и теперь разогреваем в сковородке масло. В сковороде обжариваем чеснок пару секунд и добавляем лук. Добавляем лук и постоянно помешиваем. Тоже пару секунд, буквально минутку. Добавляем пасту карри и обжариваем пару минут и добавляем мясо. Все хорошо перемешиваем. Смотрите, паста карри очень острая. Я в начале видео уже говорила, поэтому добавляйте, если вы первый раз пробуете и вы очень острое блюдо не любите, только пару ложек, не так, не 4, как я. Теперь я добавляю мясо. И теперь начинаем обжаривать мясо. Все хорошо перемешиваем. При обжарке помешиваем. Вот так хорошо она уже начинает обжариваться. Готовим его не до готовности, ну, чтобы практически оно было готово. Потому что оно еще будет тушиться с овощами, оно еще приготовится. Не до готовности. Далее к мясу мы добавляем болгарский перец и морковку. Перемешаем. Все хорошо перемешиваем и обжариваем. Далее добавляем через пару минут брокколи, соцветия брокколи, перемешиваем
И через минуту мы будем уже добавлять кокосовое молоко. То есть брокколи жарить не нужно. Просто перемешиваем с брокколи. Далее сюда мы вливаем 400 миллилитров кокосового молока и 200 миллилитров простой воды. Доводим все это до кипения и варим где-то 5 минут на медленном огне. Пока овощи у нас закипают, подготавливаем рыбный соус и перемешиваем. У меня уже тут в миске сок лайма. Если лайма нет, можно взять просто лимон. Добавляем к нему рыбный соус, столовую ложку. И тут у меня сахар, чайная ложка и соль. Соль я буду брать по вкусу, возможно, не потребуется вся, или наоборот, потребуется больше. То есть это уже по вкусу добавляете. И добавляем немножко смеси перцев или просто черный перец. Я добавила уже к жидкости, значит, к рыбному соусу и к соку лаймы. Овощи у нас начали кипеть. Даем им прокипеть 5 минут. Перемешиваем периодически на медленном огне. И, конечно же, не забываем отварить рис. Пока овощи готовятся, можно сварить рис. Пришло время добавить рыбный соус, сок лайма, смесью перцев у меня, сахар, немного соли для начала. Перемешать и посмотреть, как по вкусу. Если нужно что-то добавить, соль, перец, ну все по вкусу. Добавила соль, перец, сок лайма, сок рыбный соус, то есть попробовала, немножко досолила и теперь на очень медленном огне довожу до готовности овощей. Вот такое замечательное красное карри у меня получилось. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. Всем до новых встреч, пока! Подаем карри с ароматным жасминовым рисом. Приятного аппетита!